слово «легенда» – маркер фестивалю Юрія Башмета. Музики, чиї імени упісні у літопіс сусвітнього мистецтва. Виконавці найвищішого узровня – золото у короні фестивальних концертів. У рамках 12-го міжнародного фестивалю Юрія Башмета на одній пляцовці злілися 4 основних віду мистецтва – музика, живопіс, поезія і танець. У виніку гэтага бясконца смелого експерименту з'явився арт-проект, ровного якому мінський глядач ще не ведав – 4 вимірення сучасного мистецтва Білорусі. Такой уникальный перформанс. Даю дань вообще уважение тем людям, которые придумали этот проект, и всем тем, кто попытался его воплотить в жизнь, потому что это очень сложно с точки зрения режиссуры, вообще организации всего процесса, когда одновременно в 7 залах происходит некое действие, которое зрители в разные моменты могут наблюдать. Створить одиную, шматгранную, динамичную и искристую простору творчести, сделать ее открытой для глядача. Для этой меты, как нельзя лепш, подошли светлые утро. Культурные залы Национального мастерского музея, где музыка, створенная одразу несколькими лепшими белорусскими композиторами, сярод яких Валеры Воронов, Галина Гарелова, Ольга Подгайская, Андрей Цалко, Константин Яськов, одночасово гучала с разных залов, створяючи один образ и один твор мастерства. Дирижировал дивные подеи Ростислав Кример. 5 композиторов одновременно написали такое произведение, которое звучит из разных залов, с разных сторон, сливается воедино, и зритель, оказывается, и слушатель, он внутри музыки. И получается, что когда он ходит в разные залы, музыка преломляется под разным углом. И это такой эффект 5D, совершенно уникальный. Уникальный. Лепшего слова не подобрать. У этом музычном пятиграннику створяется адмысловый свет, где хореографичные тени плавно перетекают у поэтичные. И все это на фоне мастацких полотнов и интерактивных элементов. Это очень необычно, это очень музыкально и это очень современно, как мне кажется. А в стенах музея вообще звучит как-то колоссально. Мастацтва танца прадстаўлена ў праекце ва ўсёй палітры, ад мадэрна да класікі. Кожная праца – яркае палатно, якое спалучае рэзкія адрывістыя рухі і мяккую пластыку, бездакорную гармонію і дысананс. Але ва ўсіх працах ёсць нешта агульнае – жаданне сумясціць несумяшчальнае, здзівіць гледача незвычайнай падачай руху і колеру, дапамагчы публіцы хоць на хвіліну змяніць звыклы пункт гледжання на эстэтыку танца. Давайте говорить честно, современному искусству просто откровенно тяжело. Тяжело сражаться с сериалами, с телевидением, с киноиндустрией, с музыкой. Ну, то есть все ускорилось. И искусство не может уже дать ту эмоциональную нагрузку своему зрителю, своим контентом, когда ну, человек может получить что-то. Это сложно. Но Кримеру это удалось. Хореографічныя элементы праекта змяняюцца паэтычнымі. Вершы сучасных беларускіх аўтараў Юлія Алейчынка, Зінаіды Дудзюк, Рагнеда Малахоўскага, Ірыны Морых, Валянціна Паліканіна і іншых у выкананні сузор'я артыстаў тэатра і тэлебачання, напоўненыя глыбокім лірызмам. Зоя Белахвостік, Вера Палякова, Святлана Бароўская, Александр Аўчыннікаў, Валянціна Гарцуева, Андрэй Бібікаў, Аліна Дуброўская, Андрэй Новік, Крыстіна Дробыш. Пранізлівыя паэтычныя радкі то нібы знаходзяць свой водгук у мяккай каляровай гаме мастацких полотнов, то нібы перетвораются у снапы искру. У их чуется кахание и смуток, пяшчота и натхнение. Поэзия, суседничая с музыкой и танцем, оттеняючи их и одночасово зливающийся с ими у одином порыве. Я считаю, что это огромная честь, во-первых, в Национальном художественном музее сегодня работать, во-вторых, что я всегда, все, что не делает прекрасный музыкант Ростислав Кример, это во благо Родины, это красиво. Ну а в-третьих, я читаю сегодня стихотворение «Пианист», которое написала его мама, когда услышала, как он исполняет Чайковского «Времена года». Ну вот это ли не главная любовь в жизни мамы к сыну, к своей родине, к истории искусства и к 4 измерениям искусства в нашей стране? Звучит прелюдия весны. Затем очарование лета, и осени золотые сны, и поздние зимы, рассветы. Все это в звуках передать. Душа сумеет пианиста, и пальцы быстро, 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 плетаясь в клавиш благодать, бегут, волнуются, летят, и вдруг сорвутся, замирая, аккордом ласково играют и вновь по клавишам скользят.
Маляўнічы фон усёй падзеі – палотны нацыянальнага мастацкага музея. Карціны не толькі фармляюць творчую прастору залаў, яны выкарыстаны для стварэння мультымедыйнага відэашэрагу, які дадае апошні штрых да сэнсавай насычанасці ўсяго праекта. Номінацыі, узнагароды, прэміі, суседства з дырыжорамі і аркестрамі першай велічыні. Шырокая геаграфія канцэртаў, графік якіх складаецца на гады наперад. І ў гэтым касмічным руху зорак рэальны вечар, жывыя эмоцыі, тое, што запомніцца ўсім нам. Адпачывайце культурна!